Audi привезла во Франкфурт концептуальный электрический внедорожник iTrail, который стал четвертым и заключительным по числу колец Audi тематическим проектом о будущем марки, каким его видит новый шеф-дизайнер Марк Лихте. Основная идея – это исследование так называемых случаев использования. Например, два года назад концепт Audi Icon представлял машину для дальних поездок. Через несколько месяцев Audi задумалась об удовольствии от вождения и выкатила трековый спорткар iRace. А минувшей весной в Шанхае Audi iMe продемонстрировал фирменную точку зрения на городскую мобильность. Новый iTrail – это тоже электромобиль, причем довольно компактный, пусть и на зубастых колесах диаметром 22 дюйма. Литиево-ионная батарея встроена в днище, а кузов выполнен из стали, алюминия и углеволокна. Электроустановка состоит из четырех моторов, по каждому на колесо. Мы хотели оставить водителя наедине с природой, поэтому здесь нет ни единого экрана, чтобы водитель сфокусировался на дороге. Автомобиль будет управляться вашим личным мобильным устройством. К тому же отказ от дисплеев позволил нам опустить панель приборов на уровень поясной линии, и водитель получил обзор практически на 360 градусов. Поскольку наибольшая ширина салона приходится как раз на уровень глаз, то водителю видны колеса. Фар у машины нет. Диодные элементы на кузове – всего лишь ходовые огни. Ночью дорогу освещают 5 дронов, которые базируются на крыше. Они же снимают видео и показывают водителю участок предстоящего бездорожья. А задние сиденья в виде гамаков сделаны съемными и пригодны для использования на улице. Для меня лично чувство свободы, которое вы можете испытать с этим автомобилем – это новый премиум.